Еще один американец, обвиняемый в раскрытии секретных документов, может получить Нобелевскую премию мира. По крайней мере, за это выступают 100 тысяч человек. Все они поставили свои подписи под петицией в поддержку присуждения престижной награды информатору сайта WikiLeaks рядовому Брэдли Мэннингу. Авторы петиции считают, что он подверг себя риску, раскрыв материалы о войнах в Ираке и Афганистане. Утечка, в которой обвиняют Мэннинга, считается крупнейшей в истории США. 25-летний солдат передал WikiLeaks почти 700 тысяч документов. Из папок сотрудников Пентагона и Госдепартамента. В июне в США начался процесс над ним. Ему грозит до 90 лет тюрьмы.